Добрый день, здравствуйте, как обычно я рада приветствовать всех, кто решил зайти ко мне на канал. И сегодня у нас будет парфюмерное видео. Я подумала, а почему бы действительно мне не показать всю мою коллекцию от Левантов во всем ее многообразии, во всех ее корзиночках. Вот, так что сейчас я обложена корзиночками, вот этими вот маленькими из фикс-прайса, в которых рассортированы все мои от Леванты. И давайте я покажу вам эти корзиночки, как там лежат от Леванты. Но я думаю, что, наверное, каждый от Левант я уже называть не буду. Наверное, у нас не хватит на это времени. Но, в принципе, вы будете иметь представление о масштабах бедствия. Ну и, наверное, покажу. У меня тут еще парочка шкатулочек с пробниками имеется. Итак, давайте приступим. Да, я прекращаю болтать и начинаю показывать. Итак, в общем, все от Леванта я рассортировала под таким вот корзиночком. А эти корзиночки я брала в фикс-прайсе. Они там продавались, конечно, за копейки. Каждая корзиночка у меня пронумерована. И сбоку у меня вот здесь вот бумажечка, здесь либо название марки, от Леванты, от какой марки в этой корзиночке у меня собраны, либо это, допустим, может быть направление, да, если я собрала вот эти от Леванты по направлениям. Итак, корзиночка номер один, Шанель и Диор. Здесь у меня собраны от Леванты вот этих марок. Вы можете видеть, что их не очень много. Здесь у меня... Ну, вот это вот Шанель Беж. Я взяла большой от Леванты, потому что мне очень понравился этот аромат. А здесь у меня Шанель номер 19 пудр. А здесь вот этот вот у меня... это у нас Крюэль Гардения. А, Шанель Гардения. Вот, я тогда покупала на ярмарке. А здесь у нас 31 Рю Гамбон. Это у нас... А тоже вот Шанель Беж. Вот. Здесь у нас что? Шанель Коко Мадемуазель. Вот. И Джерси. Здесь у нас Миссия. Шанель Миссия. Вот. И Диорчика у нас совсем мало. Диор Амур. Здесь у нас Диор... Гридиор. Здесь у нас Forever and Ever. И здесь у нас Жасмин Дезанж. То есть вот, в общем, здесь больше Шанели, чем Диора. Ну, несколько Диорчиков. Вот, корзиночка номер два. Так, главное, чтобы они еще не упали. Я только расставила коробочки, и у меня тут кошка прыгнула. Пара коробочек упала на пол. Собрала пока все. Итак, корзиночка номер два. В корзиночке номер два. О, видите, у нас сколько наклеек. Значит, здесь у меня собраны ароматы от марки Amouage, Tom Ford, Rajadav и Ducita. Вот, то есть они, ну, я тут скомпоновала такие достаточно дорогие ароматы, в принципе. Вот от Amouage у меня небольшие такие отливантики. Я некоторые пробовала, некоторые еще нет. Вот здесь вот Love to be Rosa. Вот здесь вот... Хубилосион. Здесь у нас Сьель, который я носила. Вот у нас Портрояль. Рефлекшн. Фейт. Что тут еще? Знаете, я часть даже не помню. Вот пошли уже Том Форд. От Том Форда у меня отливантик табака ваниль. От Том Форда у меня вельветовая орхидея. Портрояль, я уже говорила, Амуаж. Два от Леванта. Нуар де Нуар и Оршит Солей. И еще у меня была японская слива. Да, Полумье Жапонас, Том Форд. И вот здесь вот несколько от Левантов от Дуситы и Rajadav. Здесь у меня есть Лилии Rajadav экстракт. Есть у меня... Unspoken Рожа. Есть у меня, видите, такие небольшие, они дорогие, зараза. Вот здесь вот практически закончился Гардения Rajadav. Вот. И здесь у меня Fleur de Lalita.
Дусита. И Дусит у меня еще Сиам. Сиам. Там де Сиам, ла дусер де Сиам. Ну, в общем, вот такие ароматы у меня собраны в корзиночке номер 2. В корзиночке номер 3. Ой, чтобы они нет, они упали. В корзиночке номер 3. Вот. У меня собраны. Здесь так и написано: редкость и интересно. Ну, во-первых, это у меня единственный мой пока аромат от марки Tower. Это Le Maroc Pur El Tower. Вот. Что еще тут у меня пошло в редкости? Луна Роха. Это Фуэгуя 1833. Вот. Почему я ее сюда поставила, не знаю. Что еще у меня? Ачендис Луна Дульчис. Почему она у меня здесь стоит в редкостях, не знаю. Вот, что еще? А ну вот Мэма. Почему у меня здесь Мэма стоит? Непонятно. Вот видите, начала вот показывать и сама думаю, почему она у меня здесь стоит. Ой, Роман Манегаль у меня тут стоит. С ума сойти. Почему они у меня здесь стоят? Вот. Редкость. Редкость и интересно. Непонятно. А вот у меня Рамон Бежар. Жасмин Маат здесь стоит. Вот, что еще у меня тут стоит? Жан Пату Джой. Раша Алхимия. Ну, такая сборная солянка. Наверное, стоит сказать не то, чтобы редкость, а интересно. Итак, корзиночка номер 4. Корзиночка номер 4. Это у меня Серж Лютан. Вся корзиночка у меня вот левантах Сержа Лютанца. Здесь их много. Здесь их много. И здесь вот такой большой шерги 20 мл у меня остался. Вот здесь у меня остаток вот маленького шерги. Но я запаслась уже большим отливантом. Здесь у меня Идатура Нуар в отливанте, который я уже офлаконила. И Лув в отливанте, который я тоже уже офлаконила. Вот. И здесь у меня притаилась миниатюрочка Диора. Это у нас Esprit de Parfum. Вот эта коробочка стоит у меня там с краю. Это эспришка, в которой чуть-чуть побиты верха. И вот эта вот такая легкая побитость дает мне такое моральное право использовать ее дома, когда мне очень хочется. Я очень люблю этот аромат. И вот я его ношу в любое время, потому что, ну, просто так надевать пуазон... Меня душит жаба, а вот мысль о том, что, ну, она чуть-чуть начинает портиться, чуть-чуть здесь побиты верха, оно меня как-то вот мирит с тем, что я, знаете, так в суе использую такой аромат. Коробочка номер 5. Здесь у меня Корон, Эрмес и Сислей. Что у меня от Корон? От Корон у меня тоже собрано как-то так достаточно неплохо. Многие ароматы от Корон у меня, ну, не так уж и многие, но какие-то у меня флаконины, какие-то у меня в концентрации парфюмчик стоят вот в другом месте. У меня стоит Тубероза Корон, у меня стоит Ноктюрн Корон, у меня стоит Леди Корон. У меня вот здесь еще два таких отливантика в таких длинненьких флакончиках. Нарцисс Нуар. Нарцисс Нуар от Корон. Знаковый аромат, совершенно потрясающий. И парфюм Сакр. Парфюм Сакр от Корон. Что еще? От Сисли у меня два где-то ароматика. Вот, значит, от Сисли у меня... сейчас скажу. От Сисли у меня Eau de Soir и... у меня еще был Soir de Lune. Я его достала, наверное. Я его, наверное, достала и положила в какую-то другую коробочку, может, поближе куда-то. Вот последний ко мне пришел маленький отливантик от Корон Nuit de Noël. Вот, я его сюда положила, к Корону. И от Hermès у меня только два отливанта. Это 24 Фабур и Eau de Mandarin. Eau de Mandarin Amber. То есть здесь вот такой, немножечко здесь ароматов. Следующая коробочка под номером 6.
И здесь у меня Герлен и Живанши. Герлен и Живанши. Ну, вот вы можете видеть, здесь тоже вот не так, чтобы очень много. Коробочка не совсем заполнена. Что здесь можно назвать? Ну, во-первых, Герлен у меня имеется вот такой хороший отливант Ода ля ваниль. Просто Ода ля ваниль. Ее вот именно этот фланкер, его, по-моему, сейчас практически невозможно купить. Он по каким-то бешеным ценам кое-где периодически появляются, но цены реально бешеные. Вот что еще здесь у меня. А вот Монпрессио Нектар. У меня 10 мл. Я его так зажала и держу. Здесь у меня Вольденюи, ночной полет. Я вот все хочу с ним познакомиться. Здесь у меня Кьюр Белуга. Потрясающий аромат. Здесь у меня Роз Арденте, это Живанши уже пошла. Но у меня еще был вот этот вот Герлен. Вот еще у меня Шалимарчик Ода Парфам, вот такой вот стоит. Так, что у меня еще здесь? Фуре де Сю. Почему у меня Шалимары? Так, непорядок. Видите, как влезла и нашла непорядок. Почему он у меня здесь стоит, непонятно. Так, Герлен Инсоленс. Инсоленс, парфюмочка. Вот, ну и Живанши, и вот у меня что-то еще тут было. Вот у меня остаточек такой маленький, это Мицука. Это Мицука, причем парфюмка. Видите, здесь вот так вот. Вот такой вот настоянный, густой парфюмчик. Это Мицука. Я ее прошлой осенью надевала, было очень интересно. И вот эту с нее тоже хочу ее поназевать. И так вот у меня органза Живанши. Вот это у меня органза Жасмин. Лимитка 2007 года. И вот это вот роза Ардента. Да? И что тут еще? А вот это вот Герлен Ирис Ганаш, тоже такой аромат, который очень интересный. Вот, ну это такой французская такая коробочка. Следующая коробочка, которая у меня стоит, 7-я. Опять нос чешется, как обычно. Это у меня Ланком, Дольче Габбана и Изабей. Итак, из Ланком у меня здесь несколько ароматов. И это вот абатиковая коллекция Ланком. Во-первых, тубероза каштан. Вот в таком-то я его носила уже, видите, поношенный такой отливантик. Красивый аромат. Это вот Уд Амброзия. Тоже вот начатый аромат, я его носила. Это Жасмин Марципан. Тоже опробованный мной аромат. Так. И это... сейчас... Ланком Grand Cru Parfait de Rose. Вот. Дальше. Лаванда Трианон. Тоже от Ланком. Вот. Ну и, кажется, все. От Ланком у меня все. 5 ароматов здесь. Дальше. Изабей. Гардения. Она у меня стоит. Еще у меня есть парочка флаконов. Изабей мне очень нравится. Эта марка очень красивая. Так. И, собственно говоря, по-моему, Изабей у меня больше нету. Кажется, у меня больше нет Изабей. Да, у меня только один флакон Изабей. Значит, еще Дольче Габбана, да? Дольче Габбана. А Дольче Габбана у меня несколько ароматов. А, нет, вру. Все-таки есть еще Изабей. Аромат вот такой краска в красном флаконе. La Route de Mero. Вот он здесь стоит. И остальные ароматы от Дольче Габбаны. Это вот вельветовая коллекция у меня. Velvet Desire. А потом, мне кажется, Velvet Desire у меня дважды. Да, Velvet Desire у меня дважды. Вот такой вот отпитый 5 мл и новый 5 мл. Еще Velvet Tender Oud. Еще Velvet Ginestra. И Dolce Gabbana Императрица. Вот лимиточка, последняя лимиточка. Еще Dolce Gabbana у меня The On мужской, но он стоит отдельно, я им периодически пользуюсь. Так, продолжаем. Да? Номер 8. Коробочка номер 8. Здесь у меня Бади Кея, Жак Фат, Джульетта Капулетти, Санта Мария Новелла и Джульетта Хазаган. Джульетта и Хазаган у меня отношения так себе.
У меня, по-моему, только один аромат от нее. Мне кажется, только один аромат от Джульет Хазаган. Это ванилла Вибес. Я его еще не пробовала. Есть у меня несколько ароматов от Санта Мария Новеллы. Роза. Это аромат розы. Это аромат жимолость. Прекрасный аромат. Чудесный аромат. Очень нравится. Это аромат жасмина. И это вот такая вот малявочка. Это у меня... А, все-таки еще Citizen Queen Джульет Хазаган. Надо носить. И ландыш. И у меня вот такие вот марки, которые, опять-таки, очень мало звучат на Ютубе. Вот, например, от Джульетты Капулетти у меня маленький отливантик Balla in Mascera. Balla in Mascera. Потом Ritorno Amara. И все у меня, по-моему, да? Все у меня от Джульетты Капулетти. От Жак Фат у меня имеется роза Эпикурео, Лилак Эксквиз. Господи, пока название выговоришь. Вот. И Ле Фриволите. Очень интересный ароматик. Вот. Ты кто у меня? А вот это Body Care. И у меня есть 4 отливантика от Body Care. Вот. Ну, продолжаем. Восьмая коробочка, да? А где восьмая? Почему-то девятая у меня стоит. А, нет, правильно, да? Это же была восьмая у нас, да? Да, это была восьмая. Что-то я... Девятая коробочка. Девятая коробочка. И здесь у меня Мансера Монталь, Ван Клифф Энарпельс и Бушерон. Мансеры у меня, мне кажется, не очень много с Монталем. Мне кажется, не очень много у меня. Вот у меня здесь есть Purple Flower. Здесь у меня есть Black Vanilla. Здесь у меня есть Arabian Tonka. И я еще покупала Pearl Mansera. И я еще покупала, значит, он стоит у меня в другом... А, нет, вот он стоит. Хёне Уд, я его попробовала. Интересный аромат, хотя там, мне кажется, такая достаточно сильная древесная составляющая. Но я его хотела бы поносить в ближайшее время. От Бушерона у меня тоже так... Я так собирала вот эту их коллекцию... таких круглых флаконах. У меня Oud de Carthage, у меня Amber de Alexandrie, у меня Ваниль de Zanzibar, у меня Туберозе Мадрас. Так, и у меня еще одна Туберозе Мадрас. Так, и вот еще Iris de Syracuse. И что у меня от Ван Клифф энд Арпельса? От Ван Клифф энд Арпельса у меня... Гордения Петаль, у меня Оршит Ваниль, и у меня была Калифорния. Вот Калифорния Ревери, и у меня Буа Даманд, вот так вот. Вот. Так, это я сейчас сюда переложу, вот сюда вот, да. Следующая коробочка, десятая, вот как она стояла, так я и достала. Я сюда сложила... пробники, полученные мной в этот раз из посылочки, которую сестра прислала, пробники от парфюмерных магазинов, пока я их отложу, но они у меня вот сложены здесь. Так, и вот это вот десятая коробочка, что у нас в ней? В ней у меня лето цветы, цветные ароматы, цветочные ароматы, потом Фредерик Малле, Франческо дель Орро, Аква ди Парма, Корлов, Терри де Гинсбур, Николаи, Поля Мелиен, Гре, Лев и Габриэль энд Крептри энд Эвелин. В общем, такая вот коробочка. Здесь собрано, что вот здесь у меня. А Крептри энд Эвелин Фрейзи. Крептри энд Эвелин вообще марка закрылась уже несколько лет назад. Этих ароматов днем с огнем не найдешь. Корлов, Леди Корлов Интенс. Допустим, вот Айс Жасмин у меня от Франчески Дель Оро здесь стоит. Вот
«Люмьер де Пис» от Терриды Гинзбург. А вот «Кьюр Куба Интенс» от Патриси Николай. Интересный очень аромат. Мне бы хотелось его, наверное, флаконить. А вообще я очень прониклась Патрисией. «Суфль Интим» от Поль Эмильен. Что еще тут еще? «Ле Медитеран» от Фредерик Маль. В общем, такая вот коробочка. Такие цветочные, красивые. Где-то чуть поплотнее, где-то чуть помягче, где-то, но очень красивые ароматы. И вот здесь вот эти пробнички, которые мне фигурировали уже в видео в посылке от сестры. Вот я их как-то сюда сложила, мне было так достаточно удобно. 11-я коробочка, и опять это сборная солянка, потому что, во-первых, здесь пробники, полученные опять-таки в посылке от сестры. Вот это здесь диптик у меня лежит. Вот, а потом у меня здесь один пробник от Le Labo 39 Iris и пробник от Annick Guttall, который я практически закончила. А вот, потом здесь у меня пробник от Нобеля 1942, Capriccio de Maestro, Del Maestro, который я все никак не начну, у меня нет соответствующего настроения. Здесь у меня миниатюры, например, вот миниатюрка Венеции, миниатюрка... Маженуар, миниатюрка Паломы, вот, миниатюрка Пантеры от Cartier. Вот. Ну а, собственно, какие ароматы здесь стоят в этой коробочке? Здесь у нас Мария Кандида Жентиль, Симон Козак, Аттар Коллекшн и Cartier. Ну и, собственно говоря, вот Аттар Коллекшн у меня Роза Галор. Вот у меня Le Baiser du Dragon. Le Baiser du Dragon, вот как раз Cartier. Это я брала от Levant, а от Levantic, по-моему, Eau de Toilette. Вот, этот аромат снят, Я взяла от Levantic вот туалеточку, и у меня куплен парфюм. Вот, что еще? Ну, мне очень нравится Мария Кандида Жентиль. У меня от нее вот есть Сидерис. И у меня есть секониум от нее. Да, секониум у нее. Даже два секониума. И я прикупила еще остаток у флаконе, потому что мне потрясающе нравится. Он изумительный. Такой какой-то очень интимный аромат. Очень милый, очень и такой невероятно очаровательный. Ну и Симон Козак. Вот у меня Озе, например. И что у меня тут еще у него? Бланка. Бланка. Вот так вот. Аттар, Queen of Sheba и Хаяти. Следующая, 12-я, по-моему, коробочка, да? Да, 12-я коробочка. Она не сильно наполнена, как вы видите. Здесь у нас разное нравится и пудра. Вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь разное нравится и пудра. А, Наоми Гутсир, Ор дю Сирайль, потрясающий аромат, изумительный аромат. Мне очень хочется флакон, но он стоит дорого, и мне хочется еще познакомиться с Наоми Гутсир. Вот, но пока что у меня нет других ее ароматов. Вот остаточек, вот этот вот Wear Me Denim. Красивый тоже аромат. Вот я прям не думала, что он будет такой интересный. Что вот здесь у меня? А, здесь у меня вот как раз пудровый. Iris de Florence от Remy Latour. Это тоже уже снятость. Вот что у нас? Вот, прекрасный, совершенно чудесный аромат от Патрисии Николаи. Он стоит у меня здесь. Это Just un rêve. Очень красивый аромат, потрясающий аромат. Такой тоже древесно-амброво-цветочный. Так, что еще у меня здесь стоит среди пудры? Среди пудры у меня стоит Bulgari Splendida Iris d'Or. Все, никак его не закончу, я к нему как-то равнодушна. Здесь у меня стоит Limoni Love Mission. Ну, здесь такая пронзительная пудра, но, кстати, действительно неплохой аромат получился. Здесь у меня Александр Джей Iris Фиолет, и это самый подошедший мне аромат от этой марки. Остальные мне ну, как-то не очень. Вот. 13-я коробочка, да? 13-я коробочка у нас уже прямо-таки практически вся заставлена. Заставлена 13-я коробочка. И здесь у нас Миколев, Кейка Мечери, Кокильет, Серж Дюмантен, Жардина Бенессере. И здесь много ароматов. Вот, Миколев у меня здесь Ананда, Ананда Блэк,
Что еще тут у меня есть? Ylang and Gold. Вот Keiko Micheri я собрала ароматов 5-6, мне кажется. Lady Pond у меня здесь. Мир Эмервей. Вот, что-то еще у меня здесь было. Rebel Heart. У меня был еще вот Cure Cordoba. Что еще? Лукум, Михим или Мишим и так далее. Ну и Жардина Бенессера, Серж Дю Монтен. Я еще вот, ну, я еще не попробовала это богатство, поэтому не скажу. Следующая, 14-я коробочка, тоже так достаточно заполненная. Достаточно заполненная. Здесь у нас Ксержов Саспира, Виканта, Мажда Бекалли и Пантеон Рома. Вот, от Ксерджов Саспира у меня King of Blue, Ксерджов, у меня Naxos, вот, от Саспира у меня Увертюр, Мюзе, Гран Балло, что еще тут у нас, Италика, маленький отливантик Италики. Но я не все сказала, конечно, я не все сказала, тут еще вот, например, Виканта, Джанура, что еще тут у меня... Мандрагора и так далее. Здесь много всего. Моя кульпа. В общем, тоже надо пробовать что-то. Я пробовала. Я начала пробовать Виканта. Но так вот. Чуть-чуть. Мажда Бекалли. У меня здесь три аромата было. Вот. Мажда Бекалли. Мон Номе Руж. Вот. Потом какой-то странный такой невыговаривающий. Чего-то там, что-то похоже на мексиканское какое-то название. И вот я пытаюсь найти еще один аромат, который я пробовала у Мажды Бекалли. Вот Fusion Sacre или Fusion Sacre. Потрясающий аромат, изумительный. Безумно нравится. Я после этого стала покупать другие ароматы Мажды Бекалли. Так, что дальше? 15-я коробочка. 15-я коробочка. Уже время заканчивается. Здесь у меня... Мадонна, Булгари, Арт Альфатта, Эводи и туберозные ароматы. Даниэль Жозье, тут еще Деферент компании, Жан-Луи Шерер, Ольфатив Студио и Нобеле. Вот видите, то есть я здесь раскидала тоже какие-то наименования. Ольфатив Студио Сильфи у меня тут лежит. Жан-Луи Шерер, Индиан Найт. О, красивый аромат, я его пробовала. Вот, я просто беру так вот на выбор. Splendid Ваниль. Splendid... А, это Булгари, что ли, Splendid Ваниль. Вот, Труд Ордар, это Мадонна, потрясающий туберозный аромат. Вот еще Булгари Splendid Tuberosa, Мистик. Вот, вот еще Tuberosa Ваниль, Art Olfatto. В общем, так вот. А, вот сюда ставим. 16-я коробочка. 16-я коробочка. И в 16-й коробочке у меня Убиган, Мореск, BDK и Артизан. Ну, то же самое. То есть Убиган, у меня здесь Калькафлёр. Потом у меня тут есть ирисовый аромат от Убиган. Где он? Ну, пока найду, да, вот. Когда найду, тогда скажу. Вот, Ирис де Шамп. Ирис де Шамп. Вот у меня тут Оранж эн Флёр. Ну и так далее. Вот артизановские парочка ароматов у меня тут есть. БДК у меня тоже несколько ароматов. Я все до них никак не доберусь. А вот это у меня кто? А это у меня вот Лартизан, например, ваниль абсолютно мало. У меня тоже 3 или 4 аромата. Я вот все до них не доберусь. Ну, видите, сколько всего тут. Тут до этого добраться еще надо. Следующая коробочка. Это у нас под каким номером? 17. Номер 17. И что у меня тут собрано? У меня здесь стоит Парлемуа. LM, Maison de Parfum, Mugler и Брекур. Ну вот, Mugler Essence Absolue у меня здесь лежит, хотя я уже флакон себе купила, по хорошей цене нашла. Брекур Фарах, вот, Брекур еще один Фарах. Брекур Агрессанс, вот, Шабо Maison de Parfum, ну и так далее. Вот такая коробочка. Давайте уже будем заканчивать. Дальше. У меня осталось еще мало. И посмотрите, с 17 мы... Вот 18 мы закончили в позапрошлом видео. 19 я показывала вам в прошлом видео.
коробочку, которую я отобрала. И посмотрите, вот у меня здесь 21-я, 20-я. 20-я куда-то уже делась, уже куда-то разошлась. В 21-й коробочке у меня Валентина Ани Гуталь, ЛТ Пивер, но он уже у меня закончился. Аткинсон, Фрапен, Бакле, Элисаап и Лорен. И здесь же лежат некоторые вот эти вот пробники, которые я получила в этот раз из посылки. Вот здесь есть место, я их сюда положила. Ну и точно так же здесь какие-то ароматы лежат у меня. Вот, например, это вот это новый от Леванты. Он лежит у меня, опять-таки, не в своем месте он у меня лежит, потому что это Difference Company. Ну ладно. Вот Мицука у меня тут лежит. Что она тут делает, непонятно. Ну вот Валентина пудру у меня тут лежит. А вот здесь же у меня лежит Драже Реминисценс. Вот. Она написана, а я уже забрала отсюда. Я, наверное, отсюда забрала все эти ароматы. И только осталась здесь Амалия Гурман Фуэгуя. Ее тоже надо переложить. В общем, эту коробку надо разобрать. И здесь у меня лежит еще остаточек Dior Pure Poison. Вот эти первые выпуски еще с белой крышечкой. В общем, эту коробочку надо разобрать, надо ее в порядок привести. Следующая коробочка, которая у меня 22-я коробочка. 22-я коробочка, здесь написано «Попробовать и носить сейчас». Ну вот я из нее носила. Я, наверное, что-то весной носила, вот что-то еще носила. Летом я практически не носила ароматы. И здесь остались вот такие вот. От Левантики вот в таких вот фиолочках. Вот такие вот, совсем маленькие, по полмилика, по милику. Вот. Значит, это вот такая коробочка. Предпоследняя коробочка. У меня коробочка номер 23. И в коробочке 23 у нас парфюм Де Марли. Не могу прочитать. Потом Иль Профума, Миллер Харрис, Трусарди, Джеймс Хилли, Une Nuit Nomad. Вот здесь у меня огромный такой от Левант. Это парфюм Де Марли Уаджан. Вот здесь у меня что еще стоит? Лоренцо Виларези Камасурабхи. А, точно, я не могла прочитать. Лоренцо Виларези. У меня несколько ароматов здесь. Вот это Камасурабхи, Аура Марис. Кто еще? Аламут. Вот, и здесь у меня также Unnuit Nomad, маленький от Левант, это Unnuit Bali. И два флакона у меня куплено, вот, которые в этот раз приехали. И последняя коробочка, которую я покажу, это вот, она без нумерации, она у меня с Project Pen. Но Project Pen, я уже сказала, в этом году я благополучно провалила. Вот, я так думаю. Вот, и я покажу еще быстренько, я просто раскрою. Наверное, я не буду демонстрировать две коробочки еще с пробниками. С пробниками, в основном там фирменные пробники. И в основном здесь у меня лежат нишевые пробники. Ну, нишевые пробники, например, Мореск, например, Глэмфум. Например, Анима Мунди. Вот у меня лежит еще Вильгельм Парфюмерии. Вот у меня лежит Франческо Дель Орро. Вот у меня лежит такой хороший от Левантик, такой крупный герленовский. Вот эта бутиковая коллекция. Ну и здесь лежат еще от Леванты, которые я никак не попробую. От Леванты пробнички. Это Элина Арсеньева. Элина Арсеньева, наш петербургский парфюмер делала. Здесь у меня Васильевский остров и Невский ветер, кажется. И вот еще тут несколько таких интересненьких лежит тоже вариаций. Арте Профуми, например, Харем Суаре. Вот. Это вот одна коробочка. И вторая коробочка вот такая железненькая. Вот. И в ней у меня тоже вот, видите, некоторые пробнички брендовые, например, Soir d'Orient от Sisley, да? Например, Монсера у меня тут лежит, Сицилия, да, я показываю. А подавляющее количество у меня здесь вот именно вот таких вот от Левантиков, порядка миллилитра.
они были получены либо в подарок, либо просто вот где-то кто-то из девочек отливал попробовать. Интересный аромат. Вот. Тут у меня разные ароматы Hermès и Creed. И какие-то редкости такие вот, которые вот просто по миликам разливаются. Вот. Ну, вот, собственно, я показала вот это вот свое масштабы бедствия, которое вот я накопила, закопалась уже. И сама вот не знаешь, за что хвататься просто уже. Так что вы понимаете, когда я говорю, что мне нужно пробовать отливанты, мне действительно нужно. Вот я достала два отливанта из коробочки, сейчас я буду их ставить на место. Ведь это же Фуро де Сюар, Шалимар, это его же найти еще надо. У меня тут 10 мл отливанта Фуро де Сюар. Это же... И вот еще у меня, опять-таки, Шалимарчик, 10 мл. Это у меня парфамочка, Eau de Parfum. Вот, у меня этих шалимарчиков много. Носить. Вот, и вот коробочку вот эту надо разбирать уже, в которой мы нашли непорядок. Ну и посмотреть, чтобы пробнички, опять-таки, переложить, наверное, в отдельную коробочку их. В общем, что-то я сейчас, наверное, буду делать. Спасибо вам за внимание, спасибо, что посмотрели. Ну, я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, вы оценили масштабы бедствия, с которым мне надо разбираться. Всего хорошего и до свидания.